Всем привет, дорогие друзья, с вами Бригида Евгений. Сегодня 16 декабря 2021 года. Я нахожусь в поселке Глядень, Назаровский район, Красноярский край. Вчера на страницах интернета вышла публикация от депутата законодательного собрания Попова, который развел руками о том, что эти же единороссы приняли закон, который говорит нам, что горки в населенных пунктах новогодние и снега, и деревянные горки должны быть сертифицированы и стоять согласно закону. Он опубликует снимок нашей горки, которая вот у нас здесь находится. Мы видим, что она залита, значит, она уже попадает под ГОСТы. Но в то же время Попов нам говорит, что эта горка вне закона. Так вот, чтобы господину Попову жилось хорошо, и он не разводил вот так ручками, а наводил порядок, все в рамках закона, я вам покажу, чтобы ему было очень интересно. Ну, вот здесь у нас появляется вот такая вот надпись. А как водится у нас в России, недопрезидент страны боится назвать фамилию вот этого оппозиционера, вслух произнести, и где-то, если появляются вот такие надписи, мгновенно они исчезают вместе с сугробами, вместе с заборами, на которых написано слово «Навальный». Ну вот, господин Попов, отрывайте свою задницу и вперед. Геолокацию горки я вам показал, а то вы там развели ручки, что вы не знаете, где в Назаровском районе находится вот эта горка. Ну вот она здесь вот находится, в поселке Глядень. Уберите эту горку и поставьте согласно закону, чтобы дети наши катались на законных сертифицированных горках. Это ваши законы, вы их придумали. Это ваша проблема — наводить здесь порядок в рамках закона. Итак, с вами был Бригида Евгений. Всем пока.